относиться к Относиться к таким, таким, как Виктория. Я не говорю, я типа обращаюсь к русским там или к украинцам или еще. Я обращаюсь к тем людям, которые не могут для себя понять и принять, что у нас государственный язык один, казахский. Я к вам обращаюсь. Вы поймите, развитие казахского языка уже не остановить. Количество казахоязычных граждан будет продолжать расти в геометрической прогрессии по воле Всевышнего Аллаха. С каждым днем, с каждой неделей и годом количество покупателей, которые будут принципиально приходить к вам и обращаться принципиально на казахском и требовать ответа принципиально на казахском, будет возрастать ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Завтра ваш... Это первые ласточки, которые приходят и говорят: говорите со мной на казахском. Через год их будет сотня. Через два будет тысяча. Сотни тысяч. Понимаете? Их будет больше и больше. И вы с этим ничего не поделаете.